Светлана Мастеркова – еще одна российская легкоатлетка, которая установила непобитый мировой рекорд. Она специализировалась в беге на средние дистанции, представляла Россию на международном уровне. Всего в ее активе имеется 2 олимпийских золота в беге на 800 метров и 1,5 километра, золото чемпионата мира и Европы. Особенным для Светланы стал 1996 год, когда на соревнованиях Мемориал Ван Дамме она установила мировой рекорд в беге на 1000 метров. В том же году на играх мировой класс в Цюрихе Мастеркова устанавливает свой второй мировой рекорд уже в беге на 1 милю, который, к сожалению, был побит. Но в любом случае, ее действующий рекорд пока недостижим ни для кого.